Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет суперское настроение! Ребят, всем здорово, с вами по-прежнему Овер, и я рад приветствовать вас в секретной лаборатории. Мы в этой лаборатории вместе с моим коллегой Гарвином делаем всевозможные эксперименты, опыты и исследуем всевозможных SCP, монстров Тревора Хендерсона и других различных страшилок и мутантов. В общем, друзья, по нашим данным, которые нам передали полицейские, а также военные, в нашем штате были замечены мультяшные монстры, мультяшный пес и мультяшный кот. Здравствуйте! О, здравствуйте, профессор Дмитрий. А я тут одноклассники листаю, прикольчики смотрю. Значит, развлекаетесь, как всегда, да? Да. Ну, можно же отдохнуть когда-то, правильно? Но не сегодня, вы что, не слышали? Что случилось? Вы не видели передачу военных? Нет, а что там передавали? Кажется, я совсем засмотрелся на смешные картинки. Мультяшные монстры нападают на людей, и их нужно остановить. Мультяшный кот и мультяшный пес. Опять, снова и снова это повторяется с нами каждый день. Ну ладно, машину наготове, профессор Дмитрий. Да, машину я же подготовил. Тогда полетели прямо туда спасать мир, потому что без нас этот мир просто-напросто вымрет. Так точно, дурацкие монстры Тревора Хендерсона, как всегда, друзья, всех терроризируют. Коробку с оружием уже погрузили к нам в багажник. А ну-ка давайте проверим, вроде давайте, я отдавал давайте распоряжение, опа. Вроде все должно быть, давайте посмотрим. Ага, так. О, гранаты, пистолеты, автоматы, все наготове. Все с кайфом, сейчас. Ехать. Погоди, братанчик, сейчас поедем, мне тут надо в кармане посмотреть кое-что. Ой-ой-ой-ой! Ага, ну все, вход открыт, поехали. Так, давай, я сразу на пулемет. В общем, ребятки, с вами Овер и Гарвин, и мы сегодня будем защищать мир. В общем-то, всем здоров, как погода, ребятки. Да, ну что ж, ребят, для начала нам нужно поймать, как я уже сказал, двух опасных монстров. И после того, как мы их поймаем, если нам удастся это сделать, мы хотим узнать, кто же из них будет сильнее. Ну а для этого нам нужно сначала поехать и поймать этих монстров. Ну что, Алан, давай, газ в пол и давай, поехали! Давай, в пол полетели! В общем, друзья, мы с доктором Гарвином уже подъезжаем, и смотрите, погода ухудшается, непонятный туман, и наши датчики начинают, друзья, уже вибрировать, это значит, что опасный монстр где-то близко. Только, Вован, я даже не знаю, какой именно монстр рядом с нами. Профессор Дмитрий, мне кажется, когда мы его увидим, мы сразу поймем, если мы его, увидим. Будем надеяться, что мы едем действительно к цели, друзья, потому что если мы ошибемся, это все. Ошибка стоит это жизни точно. Многих миллионов людей, целого поэтому... мира, я бы сказал. Да, ошибаться нам вообще нельзя, Вован, и вот сейчас датчики у меня где-то играют. Ну-ка, давай-ка вылезем, посмотрим, слышишь? Так, давай посмотрим. Тут вот люди есть, туристы. Давай-ка лучше сразу возьмем оружие в руки. Так, это точно туристы? Вован! Вроде да, но давай спросим, посмотрим, где я. Вован, у них камера! Они могли заснять монстра! Да. Они могли секретные данные получить! Господа, устраняем свидетелей! Вы не видели? О, черт. Вован! Они ничего не видели. Так, ты видел? Что? Забери его телефон, чтобы никто не нашел так, данные, давай, если что. Давай. Флешки все вынимаю, симки. Все вынимай, братанчик, все. Так, давай, идем дальше смотреть, в общем-то. Аккуратно, да. Смотри по сторонам, аккуратно. Вован. Аккуратно. Он может быть в любом месте. Он еще мог залезть на эти большие буквы, ты понимаешь это? Кстати, точно, братанчик, спокойно мог вообще залезть. Это так, да. Есть информация, где он, братан? Вроде как нету, вроде как. Так, нету. Ну давай посмотрим сейчас, да. Точно должен где-то быть. Может быть он где-то там, вот по-моему в ту сторону как раз таки зашкаливает наш датчик. Наверх или вот вниз туда, к тебе? А вот пойдем за мной, да-да-да, он поверху. Так, давай, я сверху. Пик. Чё, пикают датчики? Да-да-да, где-то где? Здесь он. Так. Вован, а вот! Вот он! Вот, кто-то выбежал! Профессор Дмитрий, где ловите, он? Он улетел! Так, я не вижу! Вот он! Стреляй, Вован! Это мультяшный пес! Ё-моё! Это пес! Котопёс. Опасный монстр! Тихо! Аккуратно! Нет, Вован, это не котопес, это именно пес! Давай, котопес это другой монстр! Кажется, давай стреляй до того, потому что мне кажется, это притворство. Так, мне кажется, он нас разводит. Да, Вован, он нас развел! Развел! Ё-моё! Продолжаю всаживать в него обойму. Так, все тихо. Почему его не берут наши пули, Вован? Почему он такой мощный? Ай! Давай! Патрон! Аккуратно! Вованчик, не убей меня только! Давай! На! Все! Кажется, это конец, Димас. По-моему, он умирает, слушай, да! Офигеть, все, мы его вырубили. Так, ну что, давай возьмем его анализы в банку. Так, бери анализы, и я думаю, его тоже нужно в машину положить, братан. Давай.
Так, все, ребят, сейчас мы, короче, его погрузим и поедем ловить дальше монстров. Кто у нас остался? Мультяшный кот, правильно? Да, мультяшный кот. Все, давай, я сейчас подвезу машинку, друзья, и погнали ловить следующего монстра. Доктор Гарвин, направляйте меня. Ага, налево, налево, налево. Прям здесь? Да-да-да, прям здесь, по горе. Ладно, внедорожник, поехали, блин. Точно? Доктор Гарвин, вы не ошиблись? Приборы не ошибаются. А может вы ошиблись, а не приборы? Нормально? Я не ошибаюсь. Аккуратно, хорошо, вот это, блин, у нас. Вот это кайф. Так, и что, где? Так, дальше. Дальше. Так, стоп, может быть где-то вот в этих ущельях, нет? А нет? Кажется. Так, давайте проверим. Ага. Не, не здесь, не здесь, вот дальше. Датчики, дальше, дальше. А где? Доктор Гарвин, мне кажется, мы заблудились. Пик-пик-пик, слышите, сильнее пикает, значит, где-то здесь. Да, а где? Так. Вот, смотрите, в канализации, кто там ходит? Давайте. Стоп, это он, что ли? Погоди-ка, давай не будем его пугать, стой, он нас не замечает. Давай, сейчас я, давай. Короче, выйду аккуратно. Посмотрю. Давай, если что, я на пулемете. Я не могу понять, кто это, потому что он стоит спиной, Вован. Кажется... Это не человек. Сейчас, это я точно... А что? Скажу. Куда он ломится? Почему он хочет попасть в канализацию? Не сейчас знаю. Я подойду, Вован. Я уже за его спиной. Нельзя. Вован! О, я открыл! Это он! Это мультяшный кот! Стреляй! Стреляй, братанчик, в меня, только не попади! Вау! Он куда-то улетел! Нифига, он прыгнул! Открыл огонь из пулемета по мультяшному коту! Давай, я попробую с РПГ попасть! Вот он перед нами! Ты чего? Тихо-тихо-тихо! Вован! Защищай меня! Он бьет тачку, он бьет тачку! Защищай! Вован! Помогай, братанчик! Где он? Кажется, нет, он не упал. Не-не-не, он встает, встает, встает! Вот это выстрел! Ой, Вован, не туда попал в машину! Ты чё? Так, ладно, не могу с РПГ попасть, он слишком хорошо уворачивается. Да-да-да-да, зато по пулемету. Оу, чёрт! Тихо! Кажется, нашего тачки больше нет. Он меня ударил, Вован! Иди сюда, мой тяжный кот! Вали его, Вованчик, гаси его! Тихо-тихо-тихо, стреляй по нему из автоматов! Нифига, он прыгает, вот это он просто крыса! Пытается убежать, а также хочет нас убить, так что не подпускай его близко к себе. Он вообще не мультяшный кот, он мультяшная крыса получается. Так, я сейчас дробовичка ему в голову, на! Он бежит ко мне, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, сейчас в голову, на! Вот так еще, так, давай, гранату! Тихо! Отходите, отходите! Сейчас! Тихо, он убегает. А где он? Так, мне кажется, одна граната, и он умрет. А то он отлетел, по-моему, от гранаты. Нет? А, нет, нет, наверное. Он еще живет. Так. Еще живет. Давай, давай, давай по нему. Все! Упал! Упал! Наконец-то! Все, друзья, так. Мы справились еще и с мультяшным котом! Отлично, так. Вовчик! Это самое просто шикарно! Время тащить это тело в машину, но проблема в том, что наша машина немножко пострадала в этой битве, и надо заказывать новую. Так, ладно, друзья, тогда мы вызываем подмогу и доставляем всех этих монстров в нашу лабораторию секретную. Ну что ж, давайте, до встречи уже на месте, в лаборатории. Не переключайтесь. Ну что ж, ребята, еще раз добро пожаловать в нашу секретную лабораторию. В общем, у нас с доктором Вованом все готово. Посмотрите, вот они, наши красавцы. Экземпляры. Это у нас мультяшный пес, монстр Тревора Хендерсона, и мультяшный кот. Они уже, друзья, подключены к аппарату нашему экспериментальному, а его действие на самом деле очень шикарное. Мы, да. Друзья, хотим выяснить, кто же из них сильнее. И для того, чтобы это проверить, мы с Вованом хотим стать этими монстрами. Мы воплотимся в их сущность. Мы, друзья, через какое-то мгновение будем в их теле и попробуем уже провести эксперимент, да. От первого лица. Это, друзья, невероятно просто сложная технология. За научный нее... прорыв, я бы сказал. Прорыв! Прорывище! За эту технологию, друзья, надо поставить каждому лайкусик. Ну и сколько, Вован, у нас примерно времени остается? У нас остается примерно 30 секунд. 30 Готово, секунд? Профессор Дмитрий. Ну что, запускайте тогда табулаторы. Запускайте все кнопки. Нажимайте активаторы. И, друзья, 3, 2, 1. Ой, ё-моё! Ох, капец! О! Где это я? Вован! О, кажется, эксперимент получился. Это доктор ты? Дмитрий. Капец! Сработало! Офигеть! Офигеть! Только как нам попасть обратно, доктор Дмитрий? Наверное, так же через этот аппарат. Мне кажется, у этого препарата есть сила действия и время, понимаете, мистер Дмитрий? Ты стал собакой, а давай посмотрим, наши суперсилы появились. Ну-ка, попробуем прыгнуть. Я чувствую себя намного быстрее. Я бегаю, смотрю. Офигеть, вот это я прыгаю. Я бы в жизни так хотел, смотри. Вот это да. Нифига себе, я прыгаю. Нифига. Как реально собака. Вот это да, братанчик. Интересно, у меня 9 жизней, как у кота теперь? Вот это да. Офигеть. Кажется... у меня даже нюх лучше стал, и тут
так воняет химикатами, это просто капец. Да, ну что ж, давай попробуем выяснить, кто из этих мультяшек сильнее. Вставай на противоположную сторону, и у нас с тобой 3 раунда, братанчик. Давай, я готов. Кто победит, друзья, тот и выиграет. Ну, если будет 2-0, тогда будет 2 раунда. Ну что, готов? Да. 3. Раз. 2. 1. Погнали! Погнали драться! На тебе ляпаса по голове! Ох, блин! Нифига! А чё так больно? Ай! Я чувствую себя Арнольдом Шварценеггером! Капец, ты чё-то больно мне! Ай, блин! Нифига себе! Всё! Ты меня вырубил, блин! 1-0! Ладно, первый раунд выиграл Псина. Давай, погнали сразу! Ой, блин! Во! Получай! Вот это да! Я улетел, вот это вот удар! Ай! Все что ли, вырубил? Ай, капец, да! Офигеть! Вот это прикиньте, ребят! Вот это у тебя удар вообще, это жестко. Так это что, 1-1 получается? 1-1, ну сейчас-то я тебя точно порву, блин. Знаешь, только, по-моему, я все свои силы потратил в первом раунде, но это тебе хана. Ну, сейчас посмотрим, давай. 1, 2, 3. Давай, погнали! Опа! Получай ляпаса! Не догонишь, не догонишь! Ой, блин! Не догонишь, не догонишь! Получай! Вот это да! Друзья, пишите в комментариях, кто же все-таки сильнее, мультяшный кот или мультяшный пес? Кто заберет этот раунд, друзья? Кто победит? Ой, блин! Ставочки в комментариях! Ой, блин, крыса! На! Получай! Че, больно, да? Ой, блин! Ай! На! И еще! И еще, друзья, ему! Ну-ка, убегаю! Ага. Опа. Ой, есть. Капец. Ну что ж, ребят, тут чисто моя победа, друзья. Здесь победил я. Ну что ж, мы выяснили, ребят, что мультяшный кот немножечко сильнее мультяшного пса. Но я думаю, они все равно плюс-минус одинаково сильные и одинаково страшные. Вот такие, друзья, эксперименты. Ну что ж, ребят, а вот такой видосик у нас получился. Мы надеемся, что вам все понравилось. Обязательно пишите в комментариях, что нам еще позаписывать в замечательной игрушке GTA 5. Каких монстров, каких мутантов. Либо каких-нибудь SCP. Ну а с вами сегодня были Овер и Гарвин. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на все наши каналы. Ссылочку на канал Вована ищите в описании. Ну и, друзья, оставляйте просто много положительных комментариев. Ну а с вами, я повторюсь, были Овер и Гарвин. Огромное всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Пока, ребятки.